Войдите. Ты Пабло? Да. Да, я Пабло, а ты? Консуэла, твоя секретарша. А кто... кто тебя нанял? Твой папа, Серхио Бустаманте. Я должна помочь тебе войти в курс дел. Войти в курс дел? Как мило. Да, но жалко, что всего лишь на месяц. Да? А от чего зависит срок? От чего? Ну, видимо, от тебя. Маргарита передала тебе конверт. Давай. Не поднимай, я сам, не надо. Прости, я немного нервничаю. Не волнуйся, я еще никого не съел. Пока. Я не такая робкая, просто это мой первый день на первой работе. Ничего страшного. Любая девушка будет смущаться в присутствии сына главы города. Ты еще очень хорошо держишься. Спасибо. Я запишу твои данные. Возраст? 18. В прошлом году я закончила школу, через месяц мне будет 19. Гвида бы сюда. Что? Мне столько же. Да? Да. Странно. Почему? Мне сказали, ты еще школьник. Да, верно. Просто я пропустил пару лет, пока жил в Европе. Правда? Да, как-нибудь я расскажу тебе. Обязательно. Прошу прощения. Алло? Мариса? Да. Зачем ты выставил Хавьера из колледжа? Ты с ним? Нет, я одна. Благодаря тебе его отправили в школу для умственно отсталых. Вот здорово. Зачем тебе это надо? Он ходил в больницу, чтобы попросить у тебя прощения. Ты боишься? Как председатель учебного совета, я обязан защищать интересы большинства и проводить чистку коллектива. Ты что, принял на грудь? Я принял важное решение. До встречи. Я говорю серьезно. Спасибо. Звоните, если что. Ну и скотина же ты, черт возьми! Что ты пишешь? Твои слова. Зачем? Твой папа просил все записывать. Как тебе варить кофе? Идем в кафе. Я расскажу, что люблю. Идем.